Одну из самых высоких наград города поощрят 19 ивановцев. Комиссия по наградам обсудила список претендентов на награждение почетной грамотой главы города Иваново. Такой грамотой поощряют людей за многолетний и добросовестный труд в сфере образования, здравоохранения и промышленности. В частности, к награде представлены 11 ведущих сотрудников машиностроительных предприятий региона в связи с приближающимся профессиональным праздником «День машиностроителя». Все кандидатуры, которые идут от города Иваново, рассматриваются на этой комиссии. Поэтому мы считаем, что это очень важная, серьезная работа, которую проделывает комиссия. И мне приятно, что сегодня эта комиссия работает без сбоев.